Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие. Денюш, на каком мы канале? А поздороваться не хочешь, друзья? Помаши ручкой. Привет, привет! Да. Сегодня у нас очередной челлендж. И мы будем снимать челлендж «Попробуй не изобразить никакую эмоцию на лице». Мы будем смотреть на боль и неудачи. Ну и как в прошлый раз с «Не засмеяться», проигравший не сможет разговаривать целый день. Он будет просто изображать такой вот минус. Переключим огонек. И сейчас переключим огонек. Ну что, поехали. Давай переключим. Да-да, все, сейчас, Денис. Кажется, они спалили квартиру. Ты мне скажешь, Смигу похож на твой. Mm-hmm. Mm-hmm. Нам глупо. Mm-hmm. Просто жалко мотоцикл. Идиот. Mm-hmm. Баскетбольный мяч. О-о-о-о! Это в нос баскетбольным мячом. Ты все равно? Да. Ты мальчика не жал? 1-0 лишь просто. Почему? Я это болел в нос. Holy shit! Why that happened? Видать, ты думаешь, что эксперт? Один-один? Да. Я глаза не скрывал. Это не больно. Наверное. А откуда они взялись? Дэн, тебе нравится, да? Я не понял, почему собаки упали с деревьев. Там какой-то сверху. Как? У нас, видишь, искренний ребенок, ему реально смешно. Что-то он хотел ее снести, да? Дубно. Была другая табличка. Денис, у него кроссовки с колесиками с таким. Ну какие-то не больно, не, ну, не очень-то и больно. Не больно, пока сам не попал. Ну, это точно было легкое приземление. Снег поел. Денис, ну не смеши ты. А, 2-1. Мы же любую эмоцию, правильно? Хотел, я рассчитывал, что больше боли будет. Мы будем глаза вот так закрывать, там все такое. Он, по-моему, затылком ударил. Денис, это не смешно, а дядя затылком ударился, между прочим. Денис, перестань. У нас веселый ребенок. Дяде больно, Денис, тебе смешно? Четыре один, мама. Это боль. Вот это, по-моему, боль по-любому. Почему вам смешно? Это больно. Взять песка наелся. 5-1, между прочим. У меня уже пошла в кураж. Мама, что-то ты разошлась. 6-1. Сейчас утонет. Ну, видимо. 7 баллов. Я думал, что будет бой в роликах, а у нас в основном какой-то фан дикий. День.
тебе смешно. А дяде больно. Ох, ё! 8-3, мама. Это реально больно. Тебе машины, представляешь, по заднице съездили. А что произошло? Я пропустил. Нет, мне не смешно. Денис, наигранный смех у тебя. На Мальдивах качели. Ну, это просто дурачки какие-то. Ну, детки, какая цифра? День рождения отмечает, смотри. 4. Девять, 4. 10-5. Мама, это больно было. Почему вы смеетесь с Денисом? Я не понимаю. Почему вы с ним смеетесь? Капец. Ой, актер. 11-5, мама. Ой, жесть какая. Вот мне почему-то больно, а вам смешно. 12-6. Мы с тобой получим. Но ты понимаешь, что ты вот проиграешь, я чувствую, ты проиграешь. Ой-ой-ой. 13-7. Ты понимаешь, что у тебя будет собрать вот такой мозг, я буду с тобой разговаривать. Мама, мама. Хорошо. Ты по-любому проиграешь. Папа поедет на самокате, отлично. Может, мне тоже попробовать? Не надо. Но у нас бассейн не собран, заполен, потому что бассейн. В России холодно в этом году. Не лето, а осень какая-то. Диня. Я уже сбился со счета. Тебе больше? Ого, какая хрюша. Смотри, какая хрюша большая. Хряк. Ого, как она быстро побежала. Так, кто высоту взял, решил колесо поставить еще одно, да? Бам! Синя. Я предлагаю, вот сейчас последний смотрим и на этом заканчиваем. Маму проиграла в хлам просто. Все, что можно, запорола. Давай, вот этих велосипедистов. Все понятно. Друзья, ну наш челлендж сегодня завершился с разгромным поражением мамы. Папы wins, мамы lose. И сегодня целый день, когда мы с тобой будем к маме обращаться, она будет вместо ответа делать вот так. Да, мама? Как твои дела? Все, такое наказание на целый день. Ну а мы с вами прощаемся, друзья. Не забывайте нам ставить пальчики вверх. Как пальчики вверх бенешь? Подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших свежих новостей. Знаешь, мой колокольчик? Конечно. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Друзья, и не забывайте писать нам комментарии «Наказание для проигравшего», как мы уже говорили в прошлом челлендже. Мы уже со следующего челленджа будем выбирать лучший коммент, и наказание будет то, что предложил человек, коммент которого мы выберем.